Так, друзья, всем привет! Вот такая красивая, очень красивая картина. Примерно 50-й год. В оригинальной рамке. Тик. Натюрморт. Подпись. Художницы. Кому интересно, пожалуйста. 2000 гривен цена. Мои хорошие, у нас есть обучение антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет, нумизматическая линейка. За 2 дня продано 4 штуки. 300 гривен стоит. И, конечно же, пиар ваших неокрепших девственных каналов. А с вами почти художник. Золотой мальчик. Мегаденди. Перекупщик. Пошла массовка.